Сегодня у Гомеля отбудется митинг, присвященный дню вызволения вязнев фашистских концлагеров. Традиционное мероприемство пройдет на площади Повстания, где размещался лагерь для советских военнополонных, у яким загинуло больше, как 100 тысяч человек. Как вспомнить и ушановать их память, каждый год на это место собираются те, кому пощастило выжить у нечеловечных умовах. А так само их близкие, представники органов улады и молодь. Митинг начнется у 11 годин. Сегодня во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвыканкама пройдет день предприемства. Усе жадающие смогут доведаться об махчимости працаводкования на предприемство «Белпродукт». Представники кадровой службы расповедуют про умовы працы на посаде операторов линии вытворчести харчовой продукции. Агульногородское мероприемство пройдет по адресе город Гомель, улица Пролетарская, 18. Початок о 10 године. У Брагинском районе приступила до работы первая на Гомельщине пересовная медицинская амбулатория. После списания обсталявания со старого пульмаскана, саму машину вырешили переобсталявать и разместить у ее мини-медкомплекс. Пересовная амбулатория створена специально для обслуговывания сельских населенных пунктов, различена на людей усих узростов. У ее можно пройти огляд врача агульной практики, вызначить дозы радиации в организме и иншие медицинские показчики. Зверніце увагу на свои экраны. Вратавальному отраду «Симуран» потребна допомога у пошуку пропавших без весток людей. Татьяна Владимировна Юшкевич, 1982 года нараджения. У початку снежня 2016 года вышла с дому у агрогородку Карма у невядомым накірунку и не вернулася. Яе прикметы. На вид 35-40 годов. Сярэдняга росту, хударлявага телоскладу, русые кучаравые волосы до плячей. Мати шукая Оксану Харитоновну Прокопенко, 1969 года нараджения. Проживая у Гомеля, рост ниже и сяреднего. У отрада есть информация, что жаншину недавно бачили у областном центре. Коли вы володаете информацией про местознаходжение Татьяны Юшкевич и Оксаны Прокопенко, свяжитесь с волонтерами отрада «Симуран» по номеру телефона 704128 альбо номерах мобильной связи, которые зараз бачите на своих экранах. Можно так само звернуться у милицию по номеру 102. Напередодні пожаронебезпечного сезону тему попереджения узгорания у экосистемах обмерковали представники областного управления МНС, землеупорядковальной службы, жилево-коммунальной господарки и лесогосподарчего объединения. Летось у экосистемах в области зарегистрировано 800 узгораний. Основная причина – спальвание сухой растительности на присядзібных участках. В уголе профилактичная работа дает певные выники. У поравнании с отповедным периодом 2016 года все лето колькость пожаров у экосистемах снизилась у 7 разов. Их зафиксовано крыху больше за 30. У Центральной городской библиотеки имя Герцена стартовал проект «Наука и лес». Он организован совместно с Институтом лесу НАН Беларуси и примеркован до года науки. Его мета – поширить веды молоди про роль лесу у природе и притягнуть их увагу до обороны и обновления лесных экосистем. На первую встречу со специалистами Института лесу НАН Беларуси были запрошены навученцы Гомельского державного политехнического колледжа. У вогуле проект различены на увесь 2017 год. Встречи будут проходить раз на месяц. Подробности можно найти на сайте библиотеки имя Герцена. Сегодня в Гомельском областном драматичном театре отбудется финал конкурса «Мистер Гомель-2017». Все лето на кастинг пришло 60 человек. За великой колькости кандидатов организаторы мероприемства провели додатковый полуфинал, где и вызначили 15 стильных, спортивных и обаяльных конкурсантов. Сярод претендентов на перемогу – тренер по плаванию, фитнес-инструктор, урач-интерн, магистрант, дитячий аниматор, повар. Узрост конкурсантов от 18 до 29 годов. Каждому из них треба будет сдивить журы на финальном шоу. Глядачам представят 5 выходов – визитовку, домашнее задание, танцевальный номер и 2 дефиле. Сегодня на телеканале «Беларусь 4» ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» рыхтуются до самой смачной недели года. Як сустракать Христова у воскресенье? Что повинно быть у пасхальным кошику? Як робить крашенки и упрыгоживать куличи? Якими почастунками у Велик день будут сдивлять покупников кондитеры и пекары региона? У прямым эфиры роспись великодных яек, декорирование куличов, корыстные парады кондитеров. Телефонуйте у студию по телефоне 3-7-519. Покидайте свои поведения. Уведомление у Viber 29-2-3-7-519. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 20:40 на телеканале «Беларусь 4».